Вы даже представить не можете, как нам было тяжело. Я ничего обещать не могу. Это не от меня зависит. А, вы про этого звереныша? Не понимаю, что они к нему так привязаны? Я не могу разглашать информацию. Собор, полиция, Следственный комитет. Да нет, нет, не из-за этого. Деньги у них побили. Зарождается новая семья. Когда из мытища едешь зимой, такой дубак. Особенно, когда в тамбур курить выходишь. Что? А, извините, вы нам не подходите. В смысле не подхожу? Я вам деньги принесла, я беру. При чем здесь деньги? Моя Норочка не достанется первой встречной. Тем более, вы у меня уже четвертая на этой неделе. С деньгами. Бред какой-то. Что они тут, понимаете? Собеседование на место в шубе.